Всем добрый вечер. Марина, скажи всем привет. Привет. А почему тут листики летают? Нет, только осень пришла уже. Вот и листики летают. Мы стоим, ждем с Мариной после садика. Автобус. Я ездила в город, делала документы, сдавала. И зашла. Ветер мешает. Да, ветер мешает. И зашла, купила маленьким шапки. Сейчас дома вам все покажу. Марина, я эти красивые заколочки купила. Мама. Будешь дома смотреть, какие красивые? Да. Да. Мама. Да. Мам. Ау. Которые летают далеко, как птички летают. Да, как птички летают. Давай. У нас уже совсем холодно и дождь большой. Да, Марина? Угу. Не надо, не лазь там, Мариш. Смотри, ладно, ждем автобуса и идем домой. Так, дорогие друзья, приехала я уже домой, разделась, и после шапки, видите, какие волосы, ну уж извиняйте. Сейчас покажу, что купила. Зашла в магазин, взяла разные печеньки, одни с маком, другие овсяные с шоколадом. Вот, замерзла, ребята, даже не представляете как. Ну-ка, иди успокой Ваню. Потом взяла сметанку. Сейчас скажу, для чего. Взяла деткам свежий творог, привезли. Я всегда беру творог, когда только-только вот привезли, например, сегодня, я беру. Если оно уже день-два полежит, я его уже не беру. Вот такой и такой творог взяла. Один на 131, и второй тоже 131 рубль. И 2 литра молока. Дальше сейчас покажу, что я купила. Я уже вам говорила, что я купила заколочки для Мариночки. Вот такая вот заколочка. Ну, их тут две таких заколочки. Потом вот такие вот. Сейчас они тут склеились. Вот такие вот две заколочки взяла. Резиночки, то есть. И вот такого формата. Вот зеленые и розово-желтенькие взяла. И вот такие вот девчонкам. Постоянно их беру. Но они, видите, вот тоже вот такие вот красивые. Постоянно их беру. И сразу в этот раз опять много набрала их. Дальше. Сейчас покажу, что дальше делать. Как вы знаете, у нас уже холода настали. Девчонки не хотят одевать шапки. Я нынче зашла к женщине, к знакомой, она распродавала шапки. Вот я взяла вот такую вот шапку вместе со снудиком. Сразу идет красненькая, вот с такими помпошками за 300 рублей. Она очень теплая и на флисе. Вот такая вот одна шапочка. И сейчас покажу, какую я вторую взяла шапочку. Она тоже идет вот с таким вот снудиком, бирюзовенькая. И вот такая вот красивая, с ушками. Ну, вот тут, правда, с одним ушком она. Второе ушко, видать, нету. Ну, вот такая вот шапка. Тоже 300 рублей стоит. Раньше она стоила 600, а в этот раз за 300. И вот такой вот к ней снудик идет на шею. Не знаю, кто из девчонок будет носить такие, но вот надо... Вот сейчас померяют и решат, кому какие. Держи, Катюша, найти, идите вместе. Вот такие вот в целом у меня покупки были. Съездила я в город, в администрацию, по делам везде. Все, что надо было, сделала. И сейчас сяду, чай попью и поотвечаю на ваши вопросы. Потому что очень много вопросов было. И молодцы, дорогие мои, то, что вы не стесняетесь, пишите. Мне сегодня уже в WhatsApp, в Viber, или как он называется, многие написали, попросили ссылочки на градусники. Я, кто мне написал, я всем скинула. Остальные еще пока не читала комментарии, сейчас почитаю, если надо, вот тоже скину вам ссылочки на градусы. Покажись сюда. Ну, покажись. Вот так вот. Наклони немножко голову вперед. Вот так. А эту что не одела? Попробуй одень ее и потом шапку одень. Мы посмотрим, как будет на тебе смотреться. Сейчас она оденет, покажет вам. У нас сегодня дождик, ураган, ветер. Егорушка, здравствуй. Егора, ну эмоции на вам. Да, Егора? Егорке футболки очень нравятся. Я вам творог купила всем. Иди сюда. Ну, вот так вот. Так не обязательно ты вот так вот. Ты просто можешь. Вот так вот можешь сделать и все. Ну, в морозы, вот когда будет зимой, это же зимняя шапка, она вот так вот будет одеваться у нее. Но в целом шапка и довольная. Тебе нравится? Все. Дети, самое главное, одеты тепло, и я рада.
Это самое главное, мне кажется, это в первую очередь. На многие скажут: Настя, у тебя же экономия, ты же на холодильник купишь. Дорогие друзья, на холодильник я отложила. Это помимо тех денег, которые помимо холодильника, что на детей выделяются деньги, я на них и трачу. А на холодильник я отложила, как найду. Ну, я тут нескольким подругам написала, попросила, если как получат, что тут мне займут, они сказали, по-моему, 25-го, что ли, они зарплату получают, ну, аванс, они мне помогут, кто сколько сможет, поможет, а потом я им отдам. Поэтому покупка холодильника не отменяется, я ее буду покупать, холодильник, но чуть-чуть позже, на недельку может отложиться. Ладно, дорогие друзья, что-то я с вами заболталась. Ладно, пью чай и иду отвечать на ваши вопросы, так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем доброе утро. Мы идем на остановку, в школу, в садик. Катя с Оксаной сегодня в новых шапках. Девочки, повернитесь к маме. Вот такие вот они у меня, две красавицы. Идут. Оксана, тебе нравится твоя шапка? Да. И идем потихоньку. Тайсон, доброе утро. У Кати новая шапка. Угу. Ладно, идем на остановку. И едем кто в садик, а кто в школу. Всем добрый день, дорогие друзья. Приношу извинения за свой вид. Просто после шапки волосы дыбом стоят. Я съездила в город. Сделала кое-какие свои дела. Да, мы... Ванечка, иди поиграй, пожалуйста, сынуля. И зашла посмотреть холодильники по цене. Какие. Я перезаняла, можно так сказать, денежку. И купила сегодня... Холодильник, извиняюсь. Приношу извинения, то, что отвлеклась. В целом, купили мы холодильник. Взяла его, по цене он был 25 500, привезли дешевле, чем последний раз я смотрела. Были тогда за 28. Плюс мне еще сделали скидку вместе с доставкой, у меня получилось 25 400. Сегодня должны привезти его уже и пока в коридоре поставим его, а потом, когда делаю кухню, так и будем дальше делать ремонт. И сегодня также у нас на рынке всегда привозят иногда, ну не всегда, но вот давненько уже не приезжали, они продают носки. Я сегодня взяла вот такие вот носки разных расцветок, 10 пар мужу с сыном. Потом сейчас еще покажу, какие носки я купила. Короче, носков сегодня запаслась. Потом вот такие вот детские взяла носочки, тоже 10 пар разными цветами. Носки всегда нужны. Да, я знаю, что вы сейчас скажете: Настя, так закажи на Васильки. Ну там ждать надо, тут привезли, я выбрала, посмотрела по качеству, какие они. И вот такие вот тоже 10 пар взяла, тут расцветки разные. Короче говоря, я взяла сегодня 30 пар носков на 700 рублей. Носки нужны всегда. Дальше покажу. Я купила тюли. Я уже говорила, что у меня все тюли старые, где дети порезали, где что. И я купила три разных тюльки. Потом, когда повешу, я вам покажу. Ну, вот тут вот в целом три разных тюльки. Две одинаковых, а третья другая. Ну вот взяла. Вышла она у меня на 1000 с чем-то тоже. Три тюльки. На окна мне на кухню, Егорке в комнату и девочкам в комнату вот такие вот взяла. В целом, дальше купила кетчуп. Мы такой бутылочный любим. Кетчуп. А вот, Оксана, тебе сок. Оксане сок. Я помню, что вроде где-то брала. Потом приправу для курицы взяла. Разные, потому что у меня нету приправы никакой. 9% уксус мне нужен был для заготовок. У меня закончился вообще, он быстро улетел. Потом купила курицу. Сейчас покажу дальше, что еще взяла. Курицы мы взяли 3 штучки, ребята. Я хочу запечь в духовке. Дети уже давно просят: мам, испеки в духовке. Сегодня хочу занести духовку и испечь. Ну, потому что что, дети просят, а я никак испечь не могу. Дальше взяла скотч. Детям обклеить учебники. Мы всегда так делаем. Потом туалетную бумагу взяли. И взяла сардину. Сардины взяла 3 баночки.
Так, вот там еще какая-то туалетная бумага. Сейчас покажу, что еще тут. А, это коробочку Марине брала, сок она выпила. Ну и тут две булки белого. И все, больше никаких покупок у меня на сегодня не было. Приношу извинения за мой вид, просто я, видимо, болею. Ну и все. А, нет, еще не все. Извиняюсь. Купила еще вот такие вот тянущиеся ниточки. Это у меня дети делают всякие браслетики, просили. Вот 4 цвета взяла им, деткам. И также, где они у меня? Еще взяла ведь линейки закройщика. Да, вот две линейки закройщика. Это надо Кате и Свете для трудов. Вот купила. В целом, вот такие вот все у меня покупки были. Ну и дела, конечно, я свои сделала. Вот это сейчас видео с покупками выпущу, а потом следующее уже начну снимать, когда привезут холодильник. Я вам его, конечно же, покажу. И расскажу, что и как, и что. И все увидите. Вам всем огромное-огромное спасибо за то, что вы остаетесь с нами, что вы смотрите нас. Постараюсь сейчас... Сегодня еще, наверное, на лекарствах посижу, поаклимаюсь. Да, да. Подожди, Марина, это не сок, нету больше сока, Ваня, подожди. Сегодня еще, наверное, полежу, оклимаюсь и потом буду это... Я не знаю, что случилось, но вот сильно стала болеть голова. В чем причина, не понимаю, ребят. Но ныться вам не хочу, потому что вы опять скажете, что я ноюсь. Ладно, дорогие друзья, на этом вот такой вот у меня был влог. Порадуйтесь вместе с нами, что мы наконец-то... Да, многие скажут, Настя, почему ты не купила с рук? С рук же можно было купить намного дешевле и сэкономила бы. Но, дорогие друзья, с рук никто гарантии не даст, сколько он проработает. Он, может быть, через несколько дней сломается, а может, через месяц сломается. И что, потом опять мне покупать? А так тут гарантия 3 года на холодильник идет. Я в течение 3 лет могу, если, не дай бог, что с ним случится, не дай боже, то я... подойду в магазин, и они мне его также отремонтируют. Ладно, вот такие вот, друзья, у нас новости. Вам огромное спасибо. Оставайтесь с нами. Ну и всем до скорых встреч.